Коррекция северо-запада по Васту, санузел на северо-западе. Привет, друзья! Это канал Арт Васту, и сегодня мы поговорим про сектор северо-запад. Давайте, значит, разберем, какие же дефекты у нас на северо-западе. Что же считается дефектами на северо-западе? Северо-запад – пограничный сектор, но он все-таки приток. Больше он считается притоком. Если юго-восток мы больше относим к оттоку, то северо-запад – это больше у нас приток. Но, тем не менее, у нас в нем дефектами считается балкон, вход, загрузка, большая загрузка, если там кладовка, например, туалет, конечно же, туалет, потому что это загрязнение. Что же мы будем делать с этими дефектами? Здесь, на северо-западе, самый главный металл, который нам помогает, это бронза или латунь. Бронза, в принципе, но также можно латунь, потому что она дешевле. Смотрите, если у нас вход, например, в этой зоне, то нам нужно использовать бронзу или латунь. Мы можем ее использовать по формуле утяжеления. То есть, если у нас вес размещать примерно такой же, как на юго-востоке. То есть, если у нас на западе 35 килограмм, соответственно, сюда мы можем положить 5-15. Вот, 5-15 килограмм. Ну, надо смотреть по весу, потому что это все-таки приток, и много мы стараемся здесь не распределять. То есть, скорее всего, все-таки ближе к 5. Вот, то есть, если у вас вход, вы можете купить какие-то прутки из латуни или из бронзы, или кусочки этого металла, или гранулы. Вот такие гранулы, можете положить их в плинтус, например. Бронзу или латунь, 200 грамм, 500 грамм. Вот это если нужно утяжелить, если какой-то очень большой балкон, очень какое-то большое пространство свободное, тогда мы вот этот вес используем, входная дверь, то вот сколько-то гранул мы кладем. Или пруток, или там, например, килограмм, или 2 килограмма. С одной стороны килограмм латуни от входа, и с другой стороны килограмм латуни от входа. Туалет, то же самое. У нас есть туалет, санузел и стены. Нам нужно обойти его ожерельем. Северо-западный туалет считается самый лучший туалет из всех приточных санузлов. То есть это самое лучшее расположение, оно легче всего. То есть лучше, чем север или северо-восток или восток. То есть если вам надо обязательно в притоке шлепнуть туалет и в оттоке никак не получается, и вы выбираете, тогда северо-запад – это самый лайтовый вариант. Значит, берите северо-запад. Так, корректируем мы его бронзой или латунью. Вот здесь, как на фото. Латунные или бронзовые гранулы в плинтус мы закладываем. Вот я это делаю на бумажный скотч. Закладываю и обратно вокруг туалета вот так вот тык-тык-тык. Ну, то есть вот тут дверь, например. То есть вот так тык-тык-тык до, значит, вот это я вам так условно нарисовала, до входа. Сколько я могу засунуть. Обычно, вот последний раз я положила 400 грамм. То есть я в одном месте напихала в плинтус 200 грамм, сколько смогла, и в другом месте напихала 200 грамм. То есть, как правило, такого подхода к туалету не будет. Скорее всего, от него будет одна-две стенки какие-то торчать. Хорошо, тогда вы туда запихиваете. Вообще в плинтус, вот в этот обычно стандартный пластмассовый плинтус, очень много на самом деле влезает таких гранул. Если их там грамотно размещать внутри с помощью скотча бумажного, то их довольно много туда влезает. Вот, я теперь делаю вообще вот в эту вот планочку на плинтусе, которая внешняя, даже не снимая свой плинтус. Если нужно впихнуть побольше, то снимаем весь плинтус, откручиваем, в него туда закладываем, закрепляем, чтобы не выпадало, и обратно его к стене крепим. Так, и еще в этом секторе является корректором музыка ветра из металла. Там это вот так примерно это выглядит. Музыка ветра из металла, чтобы вот она звенела, именно металлический звон. Есть всякие разные там с колокольчиками, есть какие-то вот такие, и вот тут вот везде висят колокольчики, именно с металлическими колокольчиками лучше всего. Если колокольчики будут из
из бронзы или латуни вообще идеально, но любые металлические колокольчики подойдут. Так, вот так вам не видно. И вот мы с вами поговорили про северо-запад, его дефекты и как корректировать. Оставляйте свои вопросы на Boosty под последним постом с вопросами. Я там вопросы собираю и видеоответом буду на них на все отвечать. А в других местах вопросы собирать неудобно, это занимает много времени. Оставляйте, пожалуйста, на Boosty под последним постом. Нужно построить васту карту по моим урокам, задать свой вопрос и на Boosty подписаться. А это бесплатно. Оставляйте вопросы, я буду снимать для вас ответы. А с вами был канал ArtVastu, и увидимся в следующем видео.